В белорусских санаториях с начала года прошли оздоровление 1 172 тысячи человек. Выручка от реализации услуг превысила 800 миллионов. Это выше предыдущего года более чем на 22%. Профессиональный медперсонал, высокоэффективные комплексы лечебных процедур, мягкий климат – это все в совокупности дает отличный оздоровительный эффект. С начала года продажи новых легковых авто в Беларуси увеличились на 13%. Если сравнивать с 2022, рост отмечается в 5 раз. Только в прошлом месяце реализовали свыше 2000 машин отечественного производства. В стране появились новые бренды, благодаря чему ситуация на рынке улучшается. В Могилевской области привить от гриппа планируют около 40% жителей или более 380 тысяч человек. В первую очередь это дети в возрасте от 6 месяцев, взрослые с хроническими заболеваниями, люди старше 65, беременные. Между тем, медики отмечают, подъем заболеваемости ОРВИ наблюдается в регионе еще с середины сентября. В Могилевской области полным ходом идет отопительный сезон. В первую очередь начали греть батареи в детских садах, школах, домах-интернатах, больницах, музеях, архивах, а также гостиницах. В Бобруйске тепло уже в многоэтажках и общежитиях. Подача идет поэтапно. Следующая на очереди – административные здания. Сегодня члены Совета Республики проведут прямые телефонные линии по вопросам семейной политики и совершенствования законодательства в сфере брака и семьи. Звонки будут приниматься с 16:00 до 18:00. Узнать номера телефонов можно на национальном правовом интернет-портале Беларуси.